В рубрике «Ищу хозяина» мы продолжаем рассказывать вам о животных городского приемника. Мы надеемся, что с нашей помощью живущие здесь собаки и кошки найдут свой дом, где им будет тепло и уютно. В этом выпуске мы расскажем об удивительной лайке по имени Снежка. Замечательная, ласковая девчонка поступила к нам с отлова почти 2 года назад. Сейчас ей где-то около, она тогда была совсем молодая, сейчас ей где-то 2,5-3 года, вот так. Вот. Девчонка очень ласковая, очень любит людей, вот. И как-то вот что-то ей не везет. Вроде и красивая девочка, вроде и ласкушка, и хорошая девчонка, стерилизованная, очень добродушная, но что-то как-то пока не нашла своего человека. Рядом с ее местом на заборчике висит табличка «Осторожно, злая собака». Но злая собака – это не про нее. Снежка скорее играет роль радушного швейцара, говоря всем «добро пожаловать». Никакой агрессии, радуется всем и каждому, готова облизать с головы до ног. И очень любит, когда ей чешут пузико. Волонтеры приемников собаки души не чают. Каждый, приходя, приносит ей кусочек колбаски. О степени любви к Снежке можно догадаться, глядя на ее объемные бока. А вот сейчас любой человек, приди, незнакомый, она будет целоваться, лизаться. Вот тут приходили девочки-школьницы, приносили помощь. И они подошли к ней, и она их всех отблагодарила за эту помощь по полной программе. Расцеловала, облизала всех. Девочки ушли просто со слезами. Говорит, как бы нам такую собаку хотелось. Снежка абсолютно неприхотлива в еде. Прекрасно уживается с другими животными приемника. Светлая, обаятельная и компанейская собака подойдет как в вольер в частный дом, так и в квартиру, где прекрасно адаптируется. Лучше всего, если она попадет в семью с детьми. Ее энергии и любвеобильности тогда найдется достойное применение. Приходите за Снежкой в приемник на Зернова 24А или звоните по номеру, который видите на экране.